это такой у них переход. А, да, точно, переход такой у них. Интересный. Спасибо. Ну, молодцы. Вы своим глазам не поверили, ребята, это журавли. Блин, камера не фокусируется. Вот так вот просто в поле. Но мы думаем, что это журавли. Да, журавли. Вот они просто гуляют по полю. В пригороде Улан-Удэ. Обалдеть. Вон они. Полетели, 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 полетели. Красавцы. Да. Иволдинский поселок. Пригород. Перевелись часы. Ага, здесь уже на час назад. Пригород Улан-Удэ. Ребята, мы вас обманули, ну не специально, мы решили, чтобы завтра сюда не ездить, 20 километров крюк не делать, приехать сегодня. Это крупнейший у нас в стране Дацан. Встретился мне возле этого монстря. Эй, парень, посмотри на меня, глаза разные. Разные глаза. В общем, это даже не Дацан, это целый комплекс, это монастырь. И когда в 30-х годах было уничтожено у нас не только эта вера, но почти все вероисповедания. После войны начался наоборот строительство. В общем, в 45-м году в декабре был построен здесь первый храм. Домик. Да, домик. Что, закрыто? Открыто, здорово. Сейчас внутри поснимаем. И, в общем, был построен первый домик, со временем здесь все строилось, строилось. В 2002 году сюда было помещено тело нетленного монаха, который был рожден в середине 19 века, 19-го. Потом он умер, был похоронен, и в 55 году, когда открыли могилу, оказалось, что он абсолютно не изменился. Потом открыли в 73-м могилу, не изменился. В 2002 году его сюда перенесли, взяли его частицы, волосы, ногти, кожу на анализы. И оказалось, что это как у живого. Единственное, чем он отличается, это температурой тела. Вот оно, ну, разноглазый. Глазый. Да-да-да. Вот знал бы, что ты такой красивый, взял бы тебе что-нибудь. И медики говорят, что по-медицински он мертв, но он абсолютно не меняется. Вот так вот. Ой, какой, смотри, какой красивый. Да, очень красиво. Сегодня по дороге нечего было толком снимать, зато сейчас вечером наснимаем. Что устанут люди смотреть, нашу болтологию слушать. Очень красивый Дацан. Очень. Не пожалели, что 20 километров петлю сюда сделали. Ну, такой грех мимо проехать. Крупнейший монастырский комплекс. Крупнейший храм в России, да. Ну, вот нас сопровождает охрана. Вот такая вот. Чтоб Линучку не обидели, да? Ты такой классный, блин. А, у них, да, вот так ходишь три круга и делаешь. Да. Очень красиво, ребята. Девчата. Да. Очень.
Здесь какой-то храм. Много домов. Здесь, да, здесь живут они. Ну, монастырь. Давайте. Покрутим. Заметили, что на подъезде и вот в пригородах, где кафешки попадались, почему-то кафешки в виде круга сделаны, в виде юрты. Наверное, у них так как-то принято. Вот в таком же стиле примерно сделаны кафешки. Тоже старая постройка. Вот это, наверное, старая. Да, наверное, вот потому что по нему видно, что он прям очень старый. Здесь находится тело нетленного монаха. Ну, мы не знаем, честно. И навряд ли нам время уже по местному 6, по нашему, по Благовещенскому 8 часу. Кто-то нам что-то покажет. Да я с этой стороны сниму, покажу людям. И сам посмотрю. Здесь проходят, значит, выступления. Тут рядом есть типа стадиончика. Ну, это так же, как мы возле гостиницы смотрели, тоже за стеклом они там. Вот такая красота. Очень интересно. Очень красиво. Рядом есть стадиончик. А, вон он. Попробую увеличить. Вот это вот стадион. Там проходят всякие выступления, стрельба из лука. Очень красиво. А, есть, я же взял специально. Там еще оставил, в другом положим. Вот такая красота, пойду что-нибудь еще поснимаю. Может, мне не трудно это? Да нет, конечно, это статуя. Монахи. Здесь за стеклом горит просто свечка. И ничего больше нету. Не, ну может он там и захоронен, зай, может он там и находится. Где? В храме вот здесь, да? А вон надпись. А, нет, это время работы. Да, закрыто уже все. Вон тот открыт, старый, первый. Сейчас можем туда сходить посмотреть. Вот тут еще один находится. А это вот такой вот. Ну вот это, по кого мы читали. А, вот тут он? Значит, тут его тело. Ну, говорят, что его время от времени достают и показывают. Но внутри снимать запрещено. Дацан. Ивалдинский дацан, буддийский храм, где важен. Ну, мы зайдем, посмотрим, вам расскажем. Да, правильно Татьяна заметила, что даже пандус предусмотрен. У нас была на содержании мама ее почти 5,5 лет. И каждый раз, когда мы ее брали в церковь на инвалидной коляске, приходилось прибегать к помощи посторонних людей, чтобы ее туда завести. Вот такая вот красота тут везде.
Да. Везде олени у них, конечно. Видать, священное животное. Тишина, главное. Вроде населенный пункт вот вокруг. А такая тишина. Кто будет мимо ехать через Улан-Удэ, всем советуем заехать посмотреть на этот монастырь. 22, да, но это комплекс, тут и Датсан, я же говорю, монастырь. Тут все. 20 километров свернуть, но это того стоит. Строится, посмотри, какой гигант. А этот вообще прям здоровый, но он еще строится, он закрыт, ага. Прям гигантский, его издалека видно, его еще видно, как только сворачиваешь в эту сторону. Ну что, мы пойдем потихоньку на выход, да, Зай? Да. Ну вот, надеемся, вам понравилось. Мы вас не утомили. Мероприятие, которое здесь при себе. Сыржем, водка, молоко, черный чай, печенье, конфеты. Молоко, печенье, топленое масло. Для хранитель богатств. Вот это вот, за территорию Датсана, это молоко белой козы или красной коровы. Вот так вот. Ой, да, вообще классно пахнет, бери. Мы зашли в супермаркет Иволдинская ярмарка, пригород Улан-Удэ. О, почем стол? Так, пока пауза. Что, нам сказать, что принесли, да? Вот такой стол складной в магазине Юлия у китайцев стоил 1000 рублей. У нас там здесь дешевле. Чем дальше от Китая, тем дешевле. Килограмм, ну. А ты уже взяла мути, да? Ну, мы уже взяли, да. Так. О, кстати, молока надо взять. То у нас там уже заканчивается. Ну, вот. Пойдет. Так. И яйца. Ну, нам надо 10 штук. Поэтому мы возьмем только 10 штук. В общем, получается яйцо подороже. Зато вот эти, почем ты взяла? 99 рублей бузы. Из диких животных. Мясо. Да, лось, изюбр,
Вот свинина, говядина. Да. Татьяна у меня говорит, я в шоке от цен. Да, пойдем на мясную продукцию. Пойдем на мясную. Хотя это еще не город, это как бы в поселке супермаркет. Фарш. Охлажденный фарш. 270 рублей. Шашлык по-армянски. Слушай, а у нас же это есть, нам надо на это, на Байкал надо будет шашлычка взять. Да пока нет, спасибо. 99 рублей. Что, хочешь на ужин гриль? Не, ну вчера. Каждый день гриль тоже. Закуска корейская из капусты. Ой, я хочу этих огурчиков слабосолененьких. Хотя, нафиг. Домашний холодец 63 рубля. Сегодня. Так, так, ладно. Чё? Людям время забираю только. Давай что-нибудь реальное покажем. Корочка 119. Ну, в принципе, так же, как у нас. Вот как-то так. Она, короче, маленькая такая, небольшая. Но если кого приспичило. Цены были вот из этого супермаркета. Иволдинская ярмарка. Вышли, а тут такой закат, ребята, сказочный, за горами вообще. Красота. Вообще красотищная. Я думаю, лучше может быть только завтра на Байкале. Оставайтесь с нами.